Год 1302 нашей эры. Наша повесть о бесстрашных героях и эпических событиях. Внезапно турки двинулись вниз. Канал History Time. Он был, возможно, самым смелым императором Византии всех времен. Византийская армия получила еще одно тяжелое поражение в битве при Бафее. Представляет. Все были рады видеть альмаговарцев. Приключения. Бессильными среди них считались каталонцы. Героизм. Роджер де Флор. Вероятно, самый увлекательный авантюрист своего времени. Подвиги. Погоня за турками. Компания достигла границ Киликийской Армении. Он неожиданно получил письмо от императора с просьбой вернуться. Настало время, когда смерть лучше жизни, а жизнь хуже смерти. Предательство. Роджер приказал убить дюжину его солдат и даже пырнул его мечом. Лучше умереть с честью, чем жить без нее. Каталонская кампания в Малой Азии. 24 октября в 20:00 по Москве. Подпишитесь на канал.